Добрый день. Здравствуйте. Федеральная служба судебных приставов. Кому? А мы к вам. Утро может оказаться совсем недобрым, если накопить неоплаченные штрафы ГИБДД. Мужчина задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь с молотка может уйти его описанное имущество, если за 10 дней он не погасит все долги. Имущество подвергнуто описи аресту. Это компьютер. В количестве одна штука на 5 тысяч рублей. Так, далее пройдемте. Телевизор на сумму 4 тысячи рублей. И музыкальный центр на 1800 рублей. Чтобы остаться при своем и не принимать в гостях судебных приставов, нарушителям правил ПДД необходимо заплатить штраф в течение 2 месяцев. Причем в первые 20 дней это можно сделать с 50% скидкой. Однако многие не торопятся и копят долги. По данным судебных приставов, самый большой долг, который числится сейчас за одним из самарцев, 300 тысяч рублей. И даже если у него не окажется имущество на такую сумму, заплатить ему придется. Если должник работает, мы направляем постановление о удержании 50% заработной платы. Если есть у должника счета в банке, то мы накладываем арест на данные счета. И банк обязан данные денежные средства списать и направить также в счет погашения задолженности взыскателю. Таким образом, сумма долга в любом случае погасится. Мы с ними боремся. Также выезжаем каждый месяц на адреса совместно с работником судебного пристава. Выявляем, привлекаем. Ограничиваем и в водительском удостоверении. Сегодня судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД постучали в двери к 9 должникам. Чтобы завтра они не пришли к вам, специалисты советуют вовремя оплачивать все штрафы. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».